Так я хочу, вот у меня есть проект. Вот он я... принимает? Ну, не знаю, попробуйте, откуда я знаю. А что, обращаться в проект? Вот на эту конференцию он будучи... должен был подойти и спокойно с ним поговорить. Вот я подошла к Минэкономразвитию, тетка, которая возглавляет. Я говорю, вы знаете, вот у меня есть проект очень интересный, давайте попробуем. Она, вы что? Это никому не интересно, это не должно быть, это слишком сложно. Все. То есть блин, вот одного обращения достаточно. Ребята, у меня их целая куча, это нет, вот какое свое дело. Алгоритм поиска своего их дела. Их несколько, да? Нет, один. Вот больше всего мне сейчас греет вот это. Потому что вот сидит тоскливые глаза, вот сидит тоскливые глаза, вот тоскливые глаза, у этой светит. И у этой еще хорош трубой, потому что у нее цель с сыном. То есть у вас вы вот на этой вот разнице потенциалов работаете. И можете взлетать, да. И можете этому же научить. Таких же людей, у которых такие же проблемы. А вы можете научить... Глаза? У нас не тоскливые глаза. Я не об этом. Но вот вы же не видите вот впереди там. Нет, у меня просто появилось то, что вы сказали, можно не... Девочки, вот только не... Да, лицо. Лицо не... Да. Ну, я, знаете, где мы приходим, а кто вы? Вы кто? Вы общественная организация? Вы то? Везде спрашивают, прежде чем нас пропустить, кто вы? Вы сказали... Вы сейчас где работаете? Пойдем по другому другую сторону. Не, ну вы здесь... Где вы сейчас работаете? В этом проекте мы волонтеры. Я не про это говорю. Я вообще говорю. Где вы работаете?